Так, приветствуем вас, ребятки. Сегодня я шубу сделаю. Зима все-таки куда ни шло. Но шуба не помешает на Новый год. Так что вот мои, так сказать, помощнички. Это картошка, лук, яички, свекла. Ну, я взял уже готовую вареную свеклу. И селедочка. Селедочка сегодня потрясающая. Укропчик и... майонез. Все для этого. Потом там что-то приукрасить. Это будет. А сейчас смотрите, как мы все это будем делать. Итак, есть у нас тут такая вот щипчуленька, которую, чтобы руками не пачкать, вот на дно такой красивой хрустальной вазочки мы укладываем селедочку. Вот она так порезана такими кусочками, чтобы не тянулась за вилкой. Я не люблю, когда целую селедку или паштет какой-то делают из селедки. Нет, вот такие кусочки, чтобы он в салатике был. И селедочка, и ее так чуть-чуть на берега. Невы. Вот так, чтобы оно таким... С бортиком, да. Хоккей. Скажи, что ты все косточки выбрал. Да, все косточки тут выбраны, здесь нет ничего. Сейчас. Чтобы не маячить этой доской. Вот. Распределяем. Первый слой. Должна быть селедочка. В самом низу, где к ней добраться тяжело, но это ж сам кайф. Сок и запах селедки будет в самом низу, но не вверху. Вот. Вот такая вещь. Вот мы вот такое вот сделали. Теперь откладем их в стороночку. Займемся яйцами. Займемся луком. Потому что вторым слоем будет идти лук. Лук я беру полукольцами. Тоненькими, такими вот. Конечно, хорошо, если сохранятся такими целенькими полукольцами. Нет, ну нет, так нет. И это важно, что наверх селедки идет лук. Ну, по таким, ну, стандартам. Когда вы берете рюмочку водочки, берете черный хлеб, селедочку, и сверху вы всегда кладете луковичку. Ну вот, чтобы не нарушать традиции. Укладываем аккуратненько по всему, чтобы не было дырочек таких. Не луковых. Вот. А теперь главный ингредиент. Майонез. Один маленький, тоненький слоек. Берем майонез. Открываем. И таким образом. Достаем. И вот. Немножечко его так. По кругу, не так, чтобы много было. Хорошо. Итак, для аромата я еще добавляю немножко перчика. Вот, не просто вот так. Он тогда ароматнее будет звучать. Теперь, что у нас на очереди? Картошка запеченная. Ну, у нас как бы уже давно заведенной традиции для таких салатов, как оливье, винегрет, шуба, все. Мы овощи запекаем. По одной причине она сохраняет вкус овоща, самого картошки. Печеная картошка гораздо вкуснее, чем вареная, которая выварилась все и нет. Так что
запеченная картошечка. Тоже такими вот полукольчиками. Вот. И сразу можно, конечно, накладывать сюда. По ходу. Ну, не будем вас мучить. Сделаем это быстро. Вот картошечка такими слоями уже можно. Вот. И теперь соль, перец. Немножко. Ну, соль, я не знаю, как кто добавляет. Селедка соленая, но может не хватить соли для селедки. И теперь еще один укропчик. Вот он на картошечке. Картошечка с укропом — это же вообще катастрофа. Это класс. И для бычка. А для бычка это вообще. Вот сено, солома. Вот такая. Вот. Теперь на очереди у нас яйцы. Яйцы, наши яйцы. Вот в сторонку. Для яиц у нас уже есть такая вот вещь. Но два желточка я заберу отдельно. Яичко так, раз, второй, два, и вот его стороночку, потому что она будет укладывать красиво. Итак, дорогие мои, берете яичко, и вот оно. И вот. Натерли мы тут свеклу. В нее добавить перчик. Обязательно. Это вообще без перцев, без специй. Это не еда. Все специи качественные, соли все качественные, так что. Наша еда – самая полезная еда в мире. Возвращаем майонез еще. Скажи, сколько свеклы ты взял? 300 грамм свеклы. Может, 320. Немножко майонеза. Так, уже не будем ложку. Почему размешиваю свеклу? Потому что когда покладете вы свеклу наверх, не пропитанную майонезом, а потом сверху намажете майонез, это будет, ну, по моему мнению, неправильно. Итак, последний штрих. Ну, пусть будет предпоследний штрих. Укладываете свеклу ровненьким таким слоем. Не пачкая тарелочку. Вот. Почему люди любят шубу? По одной причине. Здесь есть контраст сладкого, соленого. И такого, ну, как бы сказать, сытного блюда. Вот он, последние намазочки
Вот блюдо готово, но оно не до конца. Перед самой подачей на стол вы возьмете вот эти вот два желточка. Их разобьете, потому что если сейчас покладу их, они станут такие же красные, как и свекла. И не будет видно. Но первое впечатление для гостей шикарное. Так что перед подачей вы увидите наш новогодний стол. И я вам покажу, как это будет. Желтенькие такие вот раскрошенные желточек. Красиво, в общем. А там, где красиво, там всегда вкусно. Ну и поскольку что? Блюдо готово. И что надо делать? Приятного аппетита. Перед Новым годом. А, ждем вас за наш новогодний стол? Да. Все.